Ребятусики, ребятусики, всем привет, мои дорогие, я всех приветствую на своем канале. Посмотрите, слева монета 10 копеек 2007 и справа. Справа монетка стандартная, которая стоит по номиналу. А вот с левой стороны, ребята, редкая монета, поистине редкая. Потому что это перепутка 1 ИВМ. Значит, кто не понимает, сразу объясняю, в чем прикол этой монеты. Это уменьшенный герб, малый герб, перепутка с однокопеечного штампа. Вы можете смело монеты определять 10-копеечные по штампом однокопеечным. Вот. Это так и называется. Перепутка 1 ИВМ. Отчеканена на заготовке листа от 1 копейки. Понятно, да? То есть обратная сторона. Сейчас я вам покажу. Абсолютно идентичные монеты. Не буду там вдаваться в подробности, чтобы зря не занимать время болтовней разной. То есть поняли, уменьшенный герб, малый герб. Цена такой монетки где-то около 50 гривен. Вот, чтоб вы понимали, насколько она редкая, насколько это серьезная монета, вам нужно взять 10 килограмм 10-копеечных монет, и вы поймете, что вы ее не найдете. То есть это моя первая монета, которую я нашел. Именно перепутка. Ну, в смысле, первая за где-то год. То есть очень редко попадается. Ну вот так. Поэтому, может, кому-то и повезет, может, и сразу попадется, но сейчас смотрел проходы на Виолите. Всего лишь две монетки выставлено вот этих перепуток, потому что на самом деле, как ни крути, но реденькая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мегалайки, задавайте вопросы, комментируйте. Друзья, не забывайте, начинающие блогеры, заказывайте пиар своего канала. Пишите на Viber. С вами, как всегда, король нумизматики, Мега Денди, перекупщик.